Дела идут не так, как я планировал. У меня были планы, такие как провести время с почтальоном. Но нет, вместо того, чтобы заниматься обычными делами, мне нужно отреагировать на одного человека. Но нет, у меня до сих пор не укладывается в голове, кто ты такой? Кто ты такой? Мид-каньон? Мид-каньон, оу, умно! Я очень долго искал этого мужика в гугле, и он побольше меня. Мид-каньон пи***т что-то про меня. Да кто ты такой? Стоп говорить такие вещи про меня. Я уже посмотрел 2 секунды, я такой, оу, оу. Это будет реакция на видео. Hello. It's о! Простите, весы! Да, у меня есть новые весы. Я подумал, почему бы мне не извеситься, если ролик сделан обо мне. Боже! Это ладно. О! Вы, это вы. Goodbye. Я с вами не разговариваю. Заткнись! Hello. It's ready. Я просто тебя возьму на руки. А телефон я вытащу, потому что весит 5 фунтов. И, конечно же, мерч. Я идентифицируюсь худым. Теперь я посмотрю на свой вес. Я идентифицируюсь как худой. И лучше тебе сказать правду. Я переживаю за то, что весы могут солгать и сказать 5000 фунтов. Вот что будет, а? Что будет? Будет конец. Bye-bye. Снимаю туфли и буду держать с собой хэппи-мил, как сумка. Прошло достаточно много лет, а я сбираюсь на весы. Боже мой! Я пойду вот так. Я лучше когда-то двину весы, чтобы вы смогли все увидеть. Вот так! Ой, вы меня не видите. Вы не видите мою голову. Теперь вы видите мою голову. Hello. Поторопись, я задохнусь. Тупой кусок хлама. Здесь недостаточно места. Пожалуйста, будь вежлив и скажи мне правду. Ну что ж, какой же результат сейчас же покажут весы? 351.6 pounds. Ты обманщик! Она лжет! Она мне вчера показывала 348.8 фунтов. Получается, за ночь я набрал 3 лишних фунта? Да это какая-то фанта... Хватит меня перебивать, леди! Закрой свой рот! А! 3 миллиона просмотров за 2 дня? Да это больше, чем он набрал за 3 месяца. Прошлое видео, которое набрало 1 миллион, висит 1 месяц. Еще одно видео, которое набрало 1 миллион, висит 1 месяц. Видео, которое набрало 3 миллиона, висит 2 месяца. Видео, которое набрало 3 миллиона, висит 2 месяца. Видео, которое набрало 6 миллионов, висит 3 месяца. Это просто... О нет, круто, круто. Еще одно видео про меня, которое залетело, говорит, у меня есть пингвины. Ну, те, которые лгут и говорят, что, ой, ты драматизируешь, но я... Ну, вот ниоткуда появился еще один! Это ваша вина! Посмотрите, ну... Сможешь ли в это поверить? Это ненормально. Это точно ненормально.
Я не такой уж и большой. Я не такой уж и большой. А это моя счастливая еда. А здесь находятся куриные наггетсы. Наггетсы. Это твоя вина. Наггетсы, теперь их не хочу. Я злой. Это твоя вина, дебил. Ты. Теперь здесь бардак, и это ваша твоя вина. Как же бесят люди, которые изображают меня таким. 53 секунды, и я выгляжу как монстр. Класс, это просто не писать. Классно. Видео идет, а я до сих пор толстый. Что это? Что это? Почему, когда что-то трогаю, оно уничтожается? Это ненормально. Мои ноги не такие пухлые. В реальности я выгляжу не так, как здесь. Посмотрите на меня. 1 минута 47 секунд. А. Я хочу это снять. Но мне все же нужно слушать, потому что я хочу услышать, что тут говорят. У меня же нету гири дома. Ручной труд? Я не думаю. О-о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 -
выглядеть по-другому, как картошка, но здесь он выглядит как автопортрет. Ну что ж, давай посмотрим, что происходит. А? Что? Что это за глупое глазное яблоко? Ладно, ладно, это было самое противное. Что? У меня мурашки по коже. Немножко страшно. У меня мурашки. Что происходит? Почему я один? Почему я, когда к чему-то прикасаюсь, уничтожается? Вместе с Орленом? Я уничтожаю себя? Я это видео отправлю в штаб-квартиру Ютуб, ты понял? Что ты сказал про меня? Что ты сказал про меня? Что ты сказал про меня? Это твоя вина. Теперь мне придется проводить дополнительные сеансы. Сеансы у врача. Чтобы снять кровяное давление, ведь у меня стресс. Выставляешь ты меня каким-то гуманоидом. И все, к чему я прикасаюсь, уничтожается. Это неправда. Это неправда. Это неплохо. Это неправда.
Я вроде как закончил с этим. Я очень расстроен. Это ненормально. Я сейчас вернусь. Боже! Боже мой! Меня нервирует один взгляд на мой пол. Посмотри, это куриные наггетсы. Драгоценные калории. Я потратил это зря, это твоя вина. Это просто ужас. Боже, правый. Боже мой. Это тебе, Мидканьон. Думаешь, что ты будешь говорить что-то о моем весе? Думаешь, что ты худее меня? Если ты скажешь что-то о моем весе, то знай, что это просто вес. И я считаю себя худым. Где уважение к моему весу? Да это моя жизнь, а это все медицинская мистика. И вы скажете, что во всем виновата еда, которая здесь находится. Я хочу пойти в Макдональдс, и я могу. Если я хочу что-то съесть из Макдональдса, я могу. И это мой выбор, чтобы решить, что я ем, а что разрешает мне есть диетолог. Не вам решать. Оставь меня в покое! Ты говоришь мне, чтобы я был здоров, ел полезную еду? Тогда отойди! Отойди!